Магия слова. Бертольд Брехт. Разбойник и его слуга. Два разбойника в гессенских землях промышляли ночной порой. Был один из них тощ, как голодный волк, и был толст, как прилад второй. Дело в том, что один господином был, а другой был его слугой. Все сливки снимал, с молока один, что осталось, хлебал другой. И когда крестьяне повесили их на одной веревке тугой, был один из них тощ, как голодный волк, и был толст, как прилад другой. И стояли крестьяне в сторонке крестясь, и вопрос обсуждали такой. Понятно, что толстый разбойником был, ну а тощий он-то на кой? Магия слова.